Мы сегодня делать будем настоящую икру форели. Ну, почти настоящую. Для начала мы берем рыбный суповой набор, который можно купить в любом магазине. Зелень свежую, соль, перец душистый, либо черный горошек и лавровый лист, чтобы приготовить рыбный бульон. Добавляем туда пару листочков лаврушки, довольно-таки хорошо солим, чтобы наша икра была как настоящая. Добавляем туда перец, берем репчатый лук, заранее его подпекаем, чтобы он дал аромат и цвет нашему бульону. А шелуха вот где-то? Шелуху нужно тоже оставлять, она еще более яркий цвет отдаст. То есть тогда же лучше? Да. Заливаем это все водой, наваривается бульон. Соответственно, с этим расчетом берем чуть больше воды и ставим на медленный огонь. Итак, у нас пролетело 3 часа, наш бульон готов. Мы его отцедили, добавили 3 капели пищевого красителя и добавили 1 чайную ложку агар-агара. Он получился у нас такой вот красного цвета, и взяли мы всего литр. Сейчас он должен маленько остыть, потом я покажу, что делать дальше. Прекрасно. Ого, что это у нас такое новенькое? Это обычное растительное масло, которое мы предварительно убрали в морозильную камеру, чтобы оно застыло. Сейчас объясню, почему. Готовый наш бульон уже с агар-агаром и красителем. Мы набираем шприц. У нас уже кухня с медициной как-то. Немножко молекулярной кухни, да, добавляем. Теперь мы потихонечку отсаживаем в охлажденное масло, чтобы у нас икринки сразу же мгновенно застывали. А можно мне попробовать? Да, конечно. Медленно, аккуратненько, чтобы капелька падала. Прекрасно получается. Даже как-то расслабляет, мне сказать. Ждем, когда последние икринки у нас упадут. Можно так постучать. Практически уже все осели. Что делаем дальше? Теперь сливаем нашу готовую икру на сито. Интересно, что получится. Сколько ее там? Ой, какая крупная икра. Интересно, моя это, которая, наверное, помельче, да? Я такую царскую делал. Денис, такая красота у нас получилась. Как подавать будем? Подавать мы будем сегодня с вами именно в свежем огурце со сливочно-творожным сыром. Но вы также можете сделать дома либо в тарталетках с маслом сливочным, либо с багетом или батоном, как вы любите дома сами. Нарезаем такие вот небольшие бочонки. Следующее, что мы делаем, мы убираем отсюда мякоть. Туда будем добавлять творожный сыр. Аккуратненько, не сломать, самое главное, огурец. Теперь сама попробуешь? Да, давай. Аккуратненько. Огурец мы можем еще разрезать еще пополам, чтобы он не преобладал во вкусе с нашей икрой. Я люблю огурец, поэтому мне это только плюс. Ну что, с этим я справилась? Отлично. Едем дальше. Едем. Добавляем немного сыра. Теперь выкладываем нашу готовую икру. Выкладываем наши огурцы с красной икрой. Я больше предпочитаю укропчик. Он очень красиво смотрится и подходит к нашему свежему огурцу. Ну что, настало время попробовать. Ну как? Класс. Икра правда как настоящая. Огурец такую свежесть придает, ну а сыр... прекрасно дополнять. Дорогие телезрители, мы вас от всей души поздравляем. Желаем здоровья, счастья и успехов. И вкусного вам Нового года!